12 способов, с помощью которых вы сможете любить себя сейчас и всегда. Первый способ. Прекратите любую критику. Критика никогда ничего не изменит. Перестаньте критиковать себя. Примите себя такими, какие есть. Все меняются. Когда вы критикуете себя, ваши изменения становятся негативными. Когда вы одобряете себя, ваши изменения становятся положительными. Способ второй. Прощайте себя. Отпустите прошлое. В свое время вы сделали лучшее, что смогли, используя понимание, осознание и знание. Теперь вы растете, меняетесь и будете жить другой жизнью. Способ третий. Не пугайте себя. Прекратите терроризировать себя своими мыслями. Так жить ужасно. Найдите ментальный образ, который доставляет вам удовольствие, и немедленно переключите страшные мысли на приятные. Способ четвертый. Будьте нежными, добрыми и терпеливыми. Будьте с собой нежны. Будьте по отношению к себе добры. Когда вы изучаете новый образ мышления, будьте по отношению к себе терпеливы. Относитесь к себе так, как бы вы относились к тому, кого действительно любите. Способ пятый. Будьте добры к своему уму. Ненавидеть себя – это значит ненавидеть собственные мысли. Не ненавидьте себя за то, что у вас есть мысли. Мягко измените мысли на более жизнеутверждающие. Способ шестой. Хвалите себя. Критика ломает ваш внутренний дух. Хвала же создает его. Хвалите себя так часто, как можете. Говорите себе, как ловко у вас все удается, даже в мелочах. Способ седьмой. Поддерживайте себя. Находите способы поддержать себя. Обращайтесь к друзьям, и пусть они помогают вам. Попросить помощи, когда вы в ней нуждаетесь, – сильное качество. Способ восьмой. Любите свои недостатки. Признайте, что вы создали их для удовлетворения определенных потребностей. Теперь же вы обретаете новые положительные способы откликаться на те же самые потребности. С любовью отпустите старые негативные модели поведения. Способ девятый. Заботьтесь о своем теле. Займитесь питанием. В каком топливе нуждается ваше тело, чтобы иметь оптимальное количество энергии и жизненной силы? Займитесь выполнением упражнений. Какие упражнения вам нравятся? Лелейте и уважайте храм, в котором вы живете. Способ десятый. Развлекайтесь. Вспомните вещи, которые доставляли вам радость в детстве, и включите их сейчас в свою жизнь. Найдите способ наслаждаться всем, что делаете. Выражайте радость жизни, улыбайтесь, смейтесь, радуйтесь, и Вселенная возрадуется вместе с вами. Способ одиннадцатый. Любите себя. Сделайте это сейчас. Не ждите, когда вы почувствуете себя лучше, похудеете, получите новую работу или установите новые взаимоотношения. Начните любить себя прямо сейчас и старайтесь изо всех сил. Способ двенадцатый. Выполняйте работу зеркалом. Почаще смотрите себе в глаза. Выражайте растущее чувство любви к себе. Смотря в зеркало, прощайте себя. Говорите со своими родителями, смотря в зеркало. Простите также и их.
по крайней мере, раз в день говорите себе: «Я люблю тебя, я действительно люблю тебя».